Меня зовут Сергей Верещака, я руководитель маркетинговой группы MarketDrive. Семьянин, отец, возможно, некие страхи, которые с самого детства у нас в жизни закрепились. Какие это страхи? Это желание быть перфекционистом, достигатором, который хочет все делать сам, который хочет многое контролировать, который не всегда достаточно верить другим, в первую очередь, партнерам, так как неоднократно обжигался, и жизнь накладывает отпечатки. И это некая еще должность, которую в нас воспитали, в том числе родители. Когда ты должен сделать вот это, ты должен вот это, должен хорошо быть, хорошим для всех. Я сейчас чувствую просто громаднейшей любви к каждому из вас. Просто особенно в последнее время, когда спасибо моим партнерам и Лене Тимофею, когда мы настолько вжились, я не знаю, в эту, не то что роль, это жизнь настоящая, текущая, когда мы каждый день можем 12 часов вечера созвониться, списаться, и вот как сегодня было, до 2 часов ночи писали стихи к песне, которую мы посвятим каждому из вас. И это было в драйве, это было в кайфе. Вот он, тот драйв настоящий, которого я хотел себе, я получил. И отвечая на вопрос, что же такое для меня Куб 8, это одно лишь слово. Это слово «семья». Семья тех людей, которым ты доверяешь, ты, безусловно, любишь. Это тебе возвращается, но ты этого не ожидаешь. И нас таких уже растет с каждым годом, с каждым курсом. Спасибо. Сергей, привет. Я думаю, ты очень сильно изменился. Нисколько вовне, может быть, у тебя такая же борода или другая, но самое главное, ты поменялся внутренне. Самое главное, наше сообщество, Академия моделирования будущего, позволяет создать ту среду, которая вне зависимости от того, находишься ли ты на пике и гребне волны, либо в пике, она помогает тебе подняться выше, обрести баланс в моменте и сохранить его не на секунду, не на час, а на долгое время.